Всем привет! Сегодня еще раз приехала Коля, потому что много вопросов было про равномерку. Привет, Оль! Привет, Инесс! Нам сейчас Оля расскажет, какие пришли новые тканюшки, какая новая равномерка у нее в продаже. Ну, поступила новая белорусская канва. Она, как я уже рассказывала, пригодна для использования для скатертей с пропиткой. В прошлый раз очень большим спросом пользовалась лаванда. В этот раз привезли побольше, чтобы все успели. По расцветочкам, по новым, сейчас я вам покажу. Пришел горох. Горох неожиданно для меня даже оказался очень таким крупным. Мы с вами привыкли к немецкому горошку, да, он миленький. А здесь он вот такой вот крупный. Пришла новогодняя ткань. Расцветка, видите, елочки. Камера передает немножечко голубее, на самом деле синий цвет. Да, прям синий, такой глубокий синий. А вот смотри, давай попробуем, сейчас я белую приложу. Вот так, может быть. Вот так более точно. Ага, вот так точно да, передает. Сейчас я белую приложу ткань. Вот смотрите, с белой. Сочетание. А нет, тоже сочетание не дает. И, если помните, были вот такие вот еще снежинки. Вот нежно-голубые. Так вот. По сочетаемости этих цветов, в принципе, можно скатерть такого цвета, салфеточки голубого, с голубыми снежинками. Или белое сочетать с темно-синим, тоже красиво. Будет. Кто следит за инстаграмом, ну, в принципе, в группе ВКонтакте мы выкладывали пост, как одна из клиенток уже украсила стол к Новому году. Ссылочка на инстаграм Оли будет под видео. Сможете там посмотреть. И вот обратите внимание, что горошки не чисто белые. Я не знаю, Инесс, как передается, да, что они чуть такие цветоикрю. В сравнении вот с белой тканью, да, они чуть-чуть. Также полюбилась всем вот эта вот ткань. Расцветка называется Англия. Обалденно. Я все мечтаю ролл шить из такой. Вот. Хотя у меня теперь есть ролл. Смотрите, как красиво с цветом бордо тоже сочетается эта расцветка. Вот. Это бордо также в сочетании с шариками новогодними. Эта ткань и на салфетке, и на скатерти. И брали у меня на мешочки для подарков. Чайные мешочки женщина брала. И сухоцветы также можно в них хранить. И также пришла белая канва, но она апретированная, то есть она более плотная. Вот машина пощупает сама рукой, да? Вот это вот и вот это белое предыдущее. И, да, кстати, даже посмотри, ну нет, цвет одинаковый, это просто свечение. Как будто она крахмаленная. Да, да, да. Ну вот она называется апретированная белая. То есть тот, кто любит пожестче, вот можно эту ткань использовать. Ой, вот смотрите, тоже ролл обалденный. Как красиво сочетается, да, вот можно вот этот вот тон с лавандой, вот этот тон можно сочетать. Это же и подушки можно сшить такие красивые, да. Даже вот этот вот оттенок, он тоже сюда хорошо подойдет. Да, в принципе, в сочетании. Угу. Вот. Еще есть полосочка. Девочки, это интернет-магазин «Радуга вышивки». Ссылка тоже будет под видео. У меня есть еще видео о равномерке. В конце я вам ссылочку оставлю в рекомендованных видео. Если интересно, можете перейти по ссылке и посмотреть. Вот полосочка, смотрите, как она хорошо с салатовым цветом сочетается, с какао. Угу. И вот цвет шаде. Но он не с лавандой, он, кстати, вот хорошо с белым, с цветом какао. Тоже. Ну, горох с цветами уже нет. Вот хорошо. Да, это прямо отлично. И этот и сюда вот можно чуть потемнее, но с горошком я имею в виду, да? Вот, можно тоже сочетать.
вот такие варианты тканей мы предлагаем белорусского производства. Вы уже можете сочетать, как вам хочется. Можно вышивать, можно просто использовать на какие-то элементы декора. И скатерти, и шторки даже у меня были клиенты, кто брал на шторы на кухню. Так что, пожалуйста, приходите, рады вам. Хорошо, спасибо, Оль, за то, что знакомишь нас с новинками. У Оли большой выбор канвы, но об этом у меня уже было видео. Можете посмотреть, я сейчас подробно не буду вам показывать. А сегодня мы хотели подробно показать, какие новые поступления. Всем спасибо за просмотр, с наступающим вас Новым годом. Желаю удачи, пока-пока. Тоже всем спасибо. Всех поздравляю с наступающим Новым годом, желаю успехов, творческого вдохновения, и пусть все процессики завершаются.